Так, 31 октября 2021 год, Харьков. Широкий смайлик, Хэллоуинская луна, 5:38 по Киеву, Харьков. Снимаю на ISO 3200. Дышать на камеру боюсь, моментально все конденсатом остается, но освещение сейчас ровно такой же, как в кадре. То есть уже рассвет. Виден Меркурий. Но виден по-прежнему и пояс Ориона. Хорошо, все же больше нас интересует Меркурий, меня, по крайней мере, точно. При совершенно диком тумане, в котором я сюда перемещался для съемок, я не ожидал ничего, кроме луны увидеть. Так, ну вот тебе, пожалуйста, Меркурий. Сейчас уменьшу выдержку. Может, хоть чуточку фазы его будет видно. Ну, в общем-то, фазу видно на предыдущих дублях с другими настройками фотоаппарата. При желании можно. Этот дубль для того, чтобы посмотреть именно мизансцена. Туман. И уровень освещенности. Ждем появления Марса, но шансов, конечно, мало. В том смысле, что он появится. Но вряд ли мы его увидим.
Марс нынче очень далеко. И слишком близко на небосводе к Солнцу. Чтобы луна своим ходом в кадр влезла. Ну, пускай вот так. Все, ничего не трогаю. Надо резко. Да, овальный кратер, конечно, впечатляет. Я его, по-моему, один такой видел. Все остальные идеально круглые. Ну или там сдвоенные восьмерки. Ладно, хорошо. 5:45 по Киеву, в Харькове, 31 октября 2021 года.